Привет! Сегодня приготовим вкусную шарлотку с красной смородиной. Готовить буду в мультиварке Moulinex МК-812 по рецепту из книги, которая идет в комплекте. 4 яйца разделяем на желтки и белки. Белки взбиваем миксером несколько минут. Они должны стать очень густыми. В другую миску кладем желтки. Всыпаем 1 стакан сахара и 1 чайную ложку ванильного сахара. Взбиваем миксером 1 минуту. Масса немного посветлеет. 1 стакан обычной муки и 0,5 стакана кукурузной муки. Просеиваем вместе к взбитым желткам. Перемешиваем. Теперь постепенно, небольшими порциями добавляем белки и очень аккуратно перемешиваем, чтобы белки не потеряли свою воздушность. Готовить будем в мультиварке Moulinex МК-812. Главная особенность этой модели – чаша сферической формы, благодаря которой воздух циркулирует внутри и способствует равномерному приготовлению со всех сторон. Чаша имеет антипригарное керамическое покрытие, устойчивое к царапинам. Вливаем ложку растительного масла и смазываем дно и немного стенки. Переливаем тесто в чашу и разравниваем. 200 грамм красной смородины моем и подсушиваем. Вместо смородины можно использовать чернику, малину или любые другие сезонные ягоды и фрукты. Высыпаем на тесто. Закрываем крышку. Мультиварка оборудована удобным смотровым окошком и позволяет контролировать процесс приготовления. Включаем меню. Выбираем режим десерт. Время приготовления 1 час. Температура 140 градусов. Старт. У мультиварки удобная цифровая панель и огромный выбор программ. 45 автоматических и ручной режим, который позволит экспериментировать с приготовлением самых разнообразных блюд. Спустя час открываем мультиварку и проверяем готовность шарлотки деревянной шпажкой. Она должна выходить из теста чистой. Достаем чашу. Ставим форму для пароварки, которая идет в комплекте, и переворачиваем. Оставляем шарлотку, чтобы она полностью остыла. Шарлотку можно пропитать сиропом, смазать сливочным кремом или просто посыпать сахарной пудрой. Украшаем ягодами и подаем к чаю. Благодаря сферической форме чаши шарлотка хорошо и равномерно пропеклась, а кукурузная мука немного разрыхляет тесто и придает ему приятный желтый цвет. Большое спасибо за ваши комментарии и лайки. До скорых встреч на канале Tasty Week.